Приветики, девочки, мужики. Так, ребятки, сегодня, смотрите, я что купила. Я купила вот таких две масочки. Ну, они обе одинаковые. Вот такую вот масочку. И сегодня я хочу в течение недельки ими воспользоваться. Так, это коллагеновая маска, плацента, пептиды, секрет улитки. То есть одно применение, одна процедура лазерного омоложения у косметолога. Вот. Ну, я частенько покупаю такие масочки. И еще, знаете что, прежде чем я ее себе на личико положу и омоложусь, у меня есть вот такая штучка. Смотрите. В свое время, я уже говорила, не это самое, я работала в Тиандэ. И вот эта штучка у меня еще оттуда. Эта штучка называется мезороллер. У него здесь вот мелкие иголочки на валике, которые прокалывают в нашу кожу. Ну, естественно, перед каждым применением я ее дезинфицирую вот таким вот асептолином. Прям наливаю сюда. И пусть оно пока подезинфицируется. Так, ну, лицо я уже помыла, привела в порядочек. Так, ну и, мне надо надеть вот эту вот штучечку, чтобы мне тут ничего не мешало. Вот так вот. Вот. Ну, там торчит, бог с ним, пусть торчит. Так, естественно, что очки я снимаю. И волосы должны, в общем-то, у меня уйти. Ну и дальше. Мезороллер. Такая хорошая штучка. Стоит он, конечно, недешево. В свое время тоже он недешево стоил. Вот. И я... Ну, в общем, короче, он мне со скидкой достался. То есть, смотрите, ребятки. Мезороллером можно крем нанести. В свое время были мезококтейли. Я вот их наносила, потом, значит, мезороллером обрабатывала кожу. Вот. Но сегодня у меня их нету. Я не знаю, где их купить. Вообще они дорогие, конечно. Не по моему карману. Поэтому я их не буду покупать. Но вот мезо, это вместо мезотерапии. То есть делаются мелкие проколы на коже. Не думайте, что там кровь будет хлестать. Это просто тут, знаете, они настолько малюсенькие. Вот если приглядитесь... Если видно эти иголочки, вам будет видно. Так, как мы работаем? То есть по лбу во всех направлениях. Сначала я провожу так. Во всех направлениях. Туда-обратно. Ну, скажем, раз там по 5, по 10. Так, вот это место особенно тоже, где у нас в основном скапливаются наши морщиночки. Так, теперь дальше. Ну, здесь сверху тоже. То есть по всему лбу старайтесь. По ткани не ездить лучше, чтобы иголки не тупились. Так, и дальше пошли. Здесь перпендикулярно. Здесь подлиннее до носа прям достаю. Покалывание, да, конечно, такое покалывание. Видите, кожа краснее. То есть идут мелкие проколы. Дальше, здесь вот, где у нас гусиные лапки тоже. Так. Здесь так. И так. Ну, еще можно по диагонали. Так. Стоимость я не скажу, потому что я давно покупала этот мезороллер. Поэтому, знаете, ребятки, не это самое... Ну и также здесь, сюда, наискосочек. Лицо, естественно, краснеет, потому что мы делаем микропроколы. Нос мы не обрабатываем, под глазами мы тоже не обрабатываем. Есть специальные патчи, поэтому лучше здесь патчи. Так, ну и дальше лицо. Здесь у меня родинка, вот мне мешает она, да, и поэтому я всегда ее прикрываю пальцем, когда обрабатываю. Ну и пошли. Сюда. Сюда и сюда. Вертикально. Так.
видны по диагонали. И здесь тоже по диагонали. В обратную сторону. Ну, раз по 5 хотя бы сделать. Так, здесь вот у меня это я придерживаю. Раз, два. Потому что по родинке не надо проводить. И теперь сюда. До родинки и после родинки. По диагонали. Не задеваем. Родинку я не задеваю. Ну, теперь так. Над верхней губой очень осторожно, потому что место очень такое нежное. Поэтому прям не сильно надавливаем. Причем болезненное очень. Кто слышит, может, радио. Ой, телевизор у меня разговаривает. Подбородок то же самое. И смотрите, вот эти вот у нас остались, видите, здесь и здесь. Поэтому их я особо прямо вот по ним провожу. Ну и по овалу здесь вот тоже лица не мешало бы, конечно. Причем, знаете, этим мезороллером можно, кстати, знаете, обрабатывать и шею, зону декольте, руки, там ноги, допустим. Но, знаете, я вот только лицо им, конечно, обрабатываю, потому что мне кажется, что для обработки каких-то других частей должны быть свои мезороллеры для их обработочки. Так, ну вот так вот быстренько. Я вам это сильно долго, чтобы не по это самое. Вот. Ну и дальше. Опять я этот мезороллер кладу вот сюда. Ну и буду накладывать маску. Не обязательно маску, можно какой-то крем, если есть крем. Сейчас вот я пока масочку. Эту маску я буду использовать, ну, на 2 раза. Посмотрю, вообще посмотрю по влажности. Вот. Так, ну и про вчерашний букбанк вам немножечко скажу. Ничего со мной не произошло, если честно, абсолютно. Вот, потому что продукты все нормальные, свежие были, не это. Единственное, что, конечно, вкусовые качества. Так, ребята, она очень влажная, поэтому я и с нее немножечко сниму вот этой вот, как его, жидкость, или как она, пропитанная вот эта масочка здесь. Нет, не получается у меня снять с нее. Вот, но я ее одену. Вот, поэтому со мной ничего не произошло, но по вкусу мне не понравилось. Кто-то пишет, да, мне нравится, да, нам нравится, это очень интересно, очень вкусно, мы с детства едим. Да ради бога, пожалуйста, кто что хочет, то-то и ешьте. Я же вам не это самое, не мешаю кушать. Нравится, ешьте. Я высказала в своих ощущениях, что мне не нравится. Вот. Вот такая масочка у меня сейчас будет на лице. Естественно, сейчас я ее уложу. Мезороллером я сделала мелкие проколы. И вот от этой масочки у меня очень хорошо будет все ингредиенты впитываться. Все вот, ну, то, чем она пропитана. Будет хорошо впитываться. Вот. Так, знаете, я вам вчера анекдот не рассказала. И сегодня, получается, что не рассказываю. Но я исправляюсь. Сейчас я вам расскажу. Ничего, что я в таком виде. Вот. Ничего страшного. Так, вот так вот. Вот. Встречается Анька с Манькой. Короче, анекдот такой. Анька и Манька встретились. Анька говорит Маньке, слушай, что-то у меня муж какой-то прям вялый. Вообще не знаю, что с ним делать. Анька говорит, тьфу. Ой, Манька говорит, тьфу, проблема-то какая. Ты, говорит, это, знаешь что? Собачьими шампунями его помой.
Я помыла, так он, как кобель, на меня накинулся. Чуть на части не разорвал. Ну ладно, Анька так и сделала. Встречаются опять они, там, через неделю. Анька и говорит Маньке: слушай, ну ты мне насоветовала. Маня говорит: а что? Все нормально, это, говорит, ничего тебе не насоветовала, все, говорит, так и есть. Она говорит: ага, говорит, помыла я его этим шампунем. Так он, говорит, всю колбасу в доме сожрал. Меня, говорит, за задницу укусил. К соседке, суки, убежал. Вот такой вот анекдот. Так, все, я сейчас полежу. Так, жидкость, я не знаю, там не осталось, по-моему, жидкость, но я посмотрю. Так, и я полежу 15 минут с этой масочкой. Так, ребятки, все, руки у меня немножко в маске. После этого я масочку сниму, посмотрю, если жидкости на ней достаточно, я ее еще раз сверну, на следующий раз я ее еще раз использую. Если она будет совсем сухая, то я не буду, конечно, ей пользоваться. Вот. Ну и это... Как его? Ой, здесь бы вот мне еще вот эти вот складочки... Как-нибудь бы вот сюда потянуть. Вот. И сюда, конечно. Вот так вот. Все. Вот такая вот я красавица. Вот. Ну и такие процедуры я буду делать это самое в течение недели. Раз в полгода можно делать эту мезотерапию в домашних условиях. Хотите, идите этот салон делайте. Я дома буду делать. Видите, красивая, красивая какая. Вот. Еще кто-то мне предложил сделать рубрику «Вопрос-ответ». Но вы знаете, мне прям даже как-то неудобно. Скажут, вот, копирует, копирует. Пишут, копирует, там кого-то копирует. Да нас весь YouTube кого-то копирует. У нас, посмотрите... Пародистов-то сколько на сцене, все друг друга пародируют. Вы о чем, люди? Пародируют. Конечно, пародируют. Вот, подстраивают с кого-то. И к чему я сказала-то? Это, блин, как ее звать-то? Господи, дай бог память. Мама отличника тоже, смотрю, выставила. Давайте вопрос-ответ. Вот, поэтому я не знаю, ребят. Если хотите посмотреть, это было еще до того, как вот эта мама отличника сказала, мне там написали в комментариях, они есть в этих комментариях, введите рубрику «Вопрос-ответ». Поэтому никакой это не плагиат, и ни у кого я ничего не сперла, просто люди предложили. Поэтому, если будут достойные ответы, естественно, я на них отвечу. Можете задавать, вот, кого что интересует. Естественно, на какие-то вопросы я отвечу, на какие-то я просто их упущу. Буду отвечать, естественно, на те вопросы, которые я посчитаю нужными. Все, ребятки, я пошла ложиться, а то я с маской, мне нежелательно разговаривать. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и писать комментарии. Девочки, мужики.